человек, который увидел нечто такое, что затмевает в нем все земное, он изначально должен быть одинок. К 80-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Земля, я космонавт, все работает нормально. Первый человек в космосе. Вся жизнь после 12 апреля 1961 года – это сплошное событие. 7 лет после подвига. Приятно было то, что ты в разных странах встречаешься с большими очень людьми. Но, как говорится, все до поры до времени. Юрий не давали пройти нигде. Женщины хотели его и обнять, и поцеловать. 7 лет славы. Когда Брежневу доложили, что машина очень сырая, он сказал: Гагарином рисковать мы не имеем права. Он ведь сколько раз пытался внести какие-то изменения в свою жизнь. Ни разу не получалось. 7 лет одиночества. Премьера завтра после полуночи на канале «Россия».